Всем привет, ребят! С вами, как всегда, Русь ФПС. И в предыдущей серии «Карьеры за Бичкут» я написал в комментариях, хотели бы ли вы, чтобы я начал карьеру за какой-либо российский клуб. И я выбрал карьеру за Рубин. Сейчас объясню почему. Но сначала я скажу, мы выбрали спонсор Intec, потому что у них максимальная выручка с каждого матча дома, когда играем. Когда вообще играем. И первый матч у нас с Ювентусом, второй матч у нас с Барселоной, третий – это товарищеские матчи. Ну, представим, что это как будто предсезонный турнир. Третий матч у нас хотелось сыграть с Манчестером, но они отказали нам, потому что расходы были 60 на 40, а им это оказалось невыгодно, и они хотели денег. Вот. И третий матч с Реал Мадридом. Почему же именно Казанский Рубин? Потому что это середняк РПЛ и, в принципе, как бы не слабая, не сильная команда, но которая уже давно без Еврокубков, и мне хотелось бы ее поднять вот на первое, второе, третье место, а хотелось бы и чемпионство взять с ней. Вот. Вот мне там, кстати, говорили, что Рыжиков – это как бы легенда клуба, так скажем, и что его нужно всегда выпускать на поле, что я и буду делать, потому что у него рейтинг 74, он самый высокорейтинговый вратарь. Вот здесь я поставил тренировочки на форвардов, на полузащиту, на защиту и на вратарей сразу же, чтобы они прокачивались у меня, когда еще идет предсезонка. Ну что, ребят, погнали. Первый матч против Туринского Ювентуса. Зачем я это сделал? Ё-моё. Вот состав, схема 4-3-1-2. 4 минуты, звезда футбола. Первое касание мяча, и мы начинаем. Первая атака опасная у моей команды. Мы атакуем Ювентус, но тут защитники играют очень грамотно у Ювентуса. Это, по-моему, Барзагли там был. Далее тут уже на нас нападают. И Карл Стаю забирается вперед, и не получается у него забить. Мимо. Далее опасный удар. Опасный дальний удар. Вот посмотрите, сейчас будет два повтора. Вот на первом повторе это кажется очень опасно, а на втором повторе... Это опасно было, реально. Далее, атакуем, бежим. Мулин бежит, его травмируют, но без травмы. Слава, так скажем, Казанскому Рубину. Желтую карточку получает Келлини. Вполне заслуженно. И тут Еременко, наш маэстро полузащиты, будет бить, но отдает пас Мулину. Мулин проходит по флангу, отдает пас Сезарю Навасу. Сезарю Навас будет бить, и тут... Джан-Луиджи Буффон спасает. Далее Мулин будет простреливать или навешивать навес. Но это как будто удар по воротам был. Буффон берет этот мяч. Заканчивается первый тайм. 0-0. Вот статистика была только что. Решил я поменять схему с 4-3-1-2 на 4-2-3-1 вторую. Еременко на цапе, Прудников на нападающую. Но я там поставил Мулин, потому что я хотел как бы молодых развивать. Ему там всего 20 с чем-то лет, а Прудников уже там за 30, поэтому как бы дорогу молодым. Вот. Начинается второй тайм. Атака Рубина, Мулин. Опа, какие финты, просто перебросил. И будет бить, и тут уже блокирует защитник Ювентуса удар. Далее. По бровке проходит. Ну что будет, обходит Келлини. Там еще Бонуччи был в шоке от дриблинга нашего игрока, но тут уже блок от игроков Ювентуса. Тут вот Асвальдо выходит вместо игрока Ювентуса. Заменка, так скажем. А у нас, по-моему, не было замены, точно не помню. Далее тут опасная атака Асвальдо, но тут Шаронов блокирует удар. Далее опять тут в стеночку играет Ювентус, Артура Видаль бежит, но тут, да, тут защита грамотно действует наша. Далее, наша атака. Что же тут будет? Тут перехват от Ювентуса. Пас, освобождается зона для Ювентуса. Цезарь Навас защищает. Ну что такое? Штанга. Но атака еще не заканчивается. Асвальдо, что будет делать? Навешивать или что? Что? Что это проходит? Все, Цезарь Навас, выбивай. Фу. Рыжиков
на месте. Но выносит неточно, и тут уже Карлос Тевес опять, и тут, или это не Карлос Тевес, но неважно, главное, что 0-0 все еще. 82-я минута. Вот тут опять опасно, Карлос Тевес, Шаронов, надежно, Кузьмин, тут Торбинский, ну выноси, Торбинский, ну что, давай. Опасный удар. Далее тут навес и защиту Ювентуса надежно. Вилла, ну прессинг, тут Асвалдо бежит, Карлос Тевес. Что будет делать? Обратный пас на Асвалдо. Но тут наш цопник Вилла надежно. Вакасу ускоряется. Что будет делать? Нет, тут уже защита Ювентуса надежна. Далее, Мавинга. Еременко. Но тут уже заканчивается игровое время. И счет 0-0. В принципе, играя на Звезде футбола против туринского Ювентуса, это, ну, я вам считаю, неплохо так. Немножко в минус мы ушли, на 22 тысячи надо будет урезать зарплаты игрокам, а то уже совсем офигели. Там катаются на своих Бентли, получая 7 тысяч евро в среднем у меня игроки получают за одну игру. Это же ужас, конечно, надо урезать. Так, 4 минуты, Звезда футбол, начал матч с Барселоной. Первое касание мяча, и мы начинаем. Следующий матч у нас против Барселоны. Это очень просто жестко. Просто помню, как-то играл я за мадридский Реал против Барселоны. Так, просто пофанниться. Вот тут Вилла, ну, Вальдес надежно. И там меня так Барселона нагнул, но в итоге я все равно выиграл 3-2. Я выиграл 2-2, и в следующем матче я выиграл, по-моему, 3-1. Все. Как бы, ну, там я в конце уже только 2 мяча заколотил. Ух, тут удар, лонгшот от наших. Так, далее Месси. О, вот это Цезарю Навасу прилетело. Просто вот даже врагу не пожелаешь. Но Месси, конечно, собака та еще. Даже мяч просто с такой силой даже прошел сквозь Цезарю Наваса. Даже. Ладно, пожелаем здоровья Навасу. И все, в принципе, далее атака, Торбинский, навес, Прудников будет бить, нет, мешают ему тут защитники, там Пике, по-моему, был. Далее, что дальше будет, тут, опа, вот это опасно, тут Иньеста вырывается, ну, давайте кто-нибудь, ну, догоните, ну, Иньеста, ну, что, оу, нет, тут, нам повезло. Так, далее, тут игрок Рубина накручивает всех, Вилла, чтобы делать пас на Мулина, лонгшот, нет, слишком сильно, если было бы чуть повыше, было бы опасно, потом повтор. Так, далее Кузьмин. Отдает пас на Мулина, но здесь офсайд, к сожалению. Могло быть опасно. Далее пас на Виллу. Вилла лонгшот опять. Опа, посмотрите на нашего опорника. Он не только в защите, но и в атаке помогает. Далее Вилла на Мулина. Мулин прорывается по флангу. Что будет дальше? Отходит от всех защитников. Далее, даже от Маскирана. Подача и пас. Или что это было? Пас, видимо. И тут Прудников, к сожалению, не забил. А было близко, можно было влево пнуть, ударить и все там. Далее Азмун на Мулина, или кто там, Прудников на Мулина, Мулина, отрывайся, и тут будешь штрафной. Будет бить Еременко. Удар, и тут Виктор Вальдес на месте надежно. Ну, потому что ему было в руки, как бы, поэтому. Все, первый тайм заканчивается. Цезарь на вас в шоке, почему мы еще не выиграли эту Барселону. Как выигрывали в 2009 году в групповом этапе Лиги Чемпионов 2-1. Если кто помнит, ставьте лайк. И не забывайте подписываться на канал, если еще не подписались. Вот, и нажать на колокольчик. Тут был удар опасный, я пропустил, к сожалению. Там Рыжиков был просто красава. Просто. Далее, штрафные удары от Месси. Это будет очень опасно, но тут будет подача. И Мавинга хорошо в защите. Далее. На Еременко, Вилла, что будет? Будет опять бить? Опять, видимо, да, и тут вот я там, кстати, дико орал, когда
играл этот матч, но, к сожалению, тут не было... Ну, тут там было похоже, что там как будто бы гол, но на самом деле там не гол рядышком. Оставили одного Месси, защита вся сзади Месси, но тут что-то будет уже или нет. Тут Рыжиков молодец, просто красава. Отразить удар от Месси. Далее, пас на Мулина, Мулин опять по флангу, опять по флангу. Давай, скорость 74, может быть что-то получится. Подача, и тут неразбериха, и Вальде забирает мяч. Далее, тут мы теряем мяч, и тут, ну, тут не так уж опасно это было, в принципе. Вот. Далее мы выносим, что дальше? Вилла, Кузьмин, Торбинский, видимо, Мулин, по флангу, по правой бровке. Да, уходит, пас на Прудникова, и Прудников забивает просто космический гол! Просто космический гол, посмотрите повтор, как этот гол был забит. Вот посмотрите, как этот гол был забит, еще раз. Посмотрите, Мулин, подача. И посмотрите, как. Смотрите, опа-на. Сейчас. Опа. Ну, между ног гол Виктору Вальдесу забил Прудников. Ну, это просто хорошо. Но не расслабляемся, атака Барселоны. Но здесь уже матч заканчивается, все хорошо. Мы выиграли у Барселоны и сыграли в ничью с туринским Ювентусом. Ну, точнее, я сыграл это все на Звезде Футбола. Просто можете за это просто вот лайк поставить. И если вы помните, у меня правило, если 5 лайков набираете, то карьера уходит сразу же на следующий день. Вот. Рейтинги моих футболистов. Десятку никто не получил, но там было 10,6, 9,6, 9,8, так что ну, неплохо. 56 тысяч мы зарабатываем, надо будет урезать зарплаты футболистам. Вот. Письма нам тут присылают, но они не особо важные. Вот, знаете, нам пишут неплохо, достигнутый результат там и так далее. То есть победа в Барселоне, это считается неплохо, но и спорт, конечно, косячники тут. Ну все, ребят, я думаю, мы будем заканчивать. Если вы хотите увидеть эпичную, просто наиэпичнейшую игру с Реал Мадридом, то подписывайтесь на мой канал и ставьте на колокольчик, также подписывайтесь на канал брат, у него там видосы по стендов, и в скором времени будет играть же Диоткаст. Вот, все. Всем пока, с вами был Как Чудо Рус ФПС, подписывайтесь на канал еще раз. А вообще... Все кайфанули! Вообще! Все как рванули! Вообще! Все кайфанули! Вообще! Все как рванули! Все кайфанули вообще! Все как рванули вообще! Все кайфанули вообще! Все как рванули вообще!